В 11 часов 31 минуту на пульт пожарной охраны по системе 112 поступило сообщение о возгорании на 13 этаже дома номер 10 на Новоспортивной улице. Огнеборцы прибыли на место происшествия в 11:42. От сильного задымления до языков пламени, выбивающихся из окна, прошли считанные минуты. Причина, говоря профессиональным языком, большая загрузка, много книг и мебели. В ходе тушения в соседней с эпицентром возгорания комнате было обнаружено тело мужчины 41-го года рождения. В 12 часов 31 минуту пожар был локализован, а в 13:55 полностью ликвидирован. В причинах случившегося предстоит разобраться следственной группе.